сегодня мы продолжаем играть Hungry Shark World. И сегодня мы первым забираем ежедневочку. Точнее, как ежедневочку, это на 30 дней. И сейчас давайте я вот это все соберу, а также вам покажу лайфхак. То есть мы можем сразу посетить и выйти с сайта, и нам все равно дадут эти алмазики, или как они там. Потом почитаю, как они называются. Ну что ж, давайте, погнали. Опа, и нам дали 5. Ну что ж, погнали дальше. 2000 years later. Готово, ребят. Прошло, даже минуты не прошло, как я все собрала. Так, музыку мы, наверное, уберем. Правда, мне скучно как-то без нее. Ну ладно. Так, что? Опять нам радиоактивную акулу показывают. Нам же ее вчера еще показывали. Кстати, у этого здоровья больше. У сельдевой акулы. У этой скорость больше. Укус меньше, ускорение больше. Короче, это в каких-то параметрах даже слабее. Так, питомца ей ставим. И погнали. Так, ручки так ставим. Так, смотрим, кстати, что это за штуки. Это у нас... А что это? Тут не написано. Ну, блин, ничего. А, самоцветы, вон написано. Это монеты, это самоцветы. Окей. Значит, самоцветы, так самоцветы. Так, давайте все-таки пока на этой карте. А, мы не прошли миссию, по-моему, финальную за акулу самую первую. Ладно, сейчас поиграем и пойдем. Вот что это? Это кто такой? Ой, ты кто? Вы мой спаситель, детеныш акулы. И чего? А чё он? Куда плывёт? Смотри, давай за ним поплывем. Я просто первый раз такое вижу. Это, по-моему, что-то сразу... Ей так страшно. Чё тебе страшно? А, водолазы нужно перебить. Идите все отсюда. Ё-моё, чё вас так много? Угу, так. Ух, пронесло. Так, ну главное не помереть, пока он тут долго так плавает. Так, что? А, чё он говорит? Это переесть все. Так, кушаем. Ох ты ж гад. Что? Тихо. Как же страшно. Согласен, вообще страшно очень. Жить. Так, у нас тут золотая лихорадка пошла уже. Сундук. Ну, давай побыстрее. Так, у нас тут нехорошие чувачки плавают. Да у нас тут везде нехорошие чувачки. Да как мне тут выживать, чел? Ты угораешь, что ли? Давай спасемся. Полное дно. Давай быстрее. А, тут тоже их надо жрать. А, я тут не смогу сейчас выжить просто из-за вот этих акул. Так, проходить эту миссию ужасную. Давай быстрее. Еще сдохну. Опять. Кушай кармальчиков. Рыбка, стой, рыбка. Спасибо за помощь. Всегда, пожалуйста, обращайся. Ура! Я прошел. 500 монет дали. Я сейчас сдохну, правда. Рыбка. Походу я труп. Или нет? Там кто-то помогите, говорит. Сейчас мы тебе поможем, братан. Если я выживу. Так. Тогда гею довольно легко открыть. В принципе, спас так несколько акул. Ну блин, это, кстати, было сложно довольно. Так, еще 90 раз пробовать. Серьезно, опять? Еще, давай. Ну жди, это кто-то другой уже. Да, это другой акула. Да ё-моё!
Хочу к мамочке. Ладно, здесь я уже не буду заключаться. Мы и так тут самоцвет потратили один. Так, мы не будем эту всю анимацию смотреть долгую. Что, давайте еще разок. А, нам нужно было миссию пройти за этого чувачка. Смотри, теперь в каком-то другом месте. Акула. Ну-ка. А вот они. Ну-ка, давай, вылазь. Это аксолот или какой-то. За мной. Окей. Подожди, у меня... А, у меня хп не снижается в этом радиусе, смотри. Мне надо кушать в его радиусе, я понял. Вот как надо это проходить. Ой, видите, я не умираю здесь. Что вы делаете-то? А, все. Сейчас всех пережил. Так, все, всех переел. Так, все, я в его зоне плаваю и не умираю. Не умираю. Не умираю, по-моему. Так, теперь куда-то в другую сторону плывем. Так. Не, ну ты гений, конечно. Мне не прорваться, давай. Я могу прорваться. Так, поплыли. Я что-то выполнил, даже задание какое-то. Куда? Стой, малыш! А, вот они, все, вижу. Хаваю. Всех я? Вроде всех. Я там какие-то задания выполнил. Только тут еще иглобрюхов надо. Поплыли, поплыли, быстрее, быстрее. А, все? Этот полегче будет, кстати. Потому что там не было таких акул прям. Вот какие-то эффектики были. Иглобрюхи, вот они, как раз таки. Оп! Ням-ням-ням-ням. Все, я выполнил. Тихо-тихо-тихо. Какое финальное задание? Так, ну это нам тоже нужно произоходить, чтобы выполнить. А, я не могу так сделать. Девушка. Думаю, что он пристает. Ой-ой-ой. А что это было? Второго. У меня какая-то иконка заела на экране. Так, голубая эта лихорадочка. Кушаем все. Ой-ой-ой. Что, быканул? Быканул. А, можно легче уже вот так выход назад. Чтоб не ходить эту долгую анимацию вместе. Так, теперь заходим за вот эту самую первую акулу. Нам нужно пройти финальную миссию. Погнали. А, здесь тоже аксолот какой-то. Нам сейчас не гнило, что ли. А, можно типа так. Кругаля, наверное. Да отходите, отходите, пожалуйста. Да, хаваем. У меня сейчас не без волка даже было. Я ей не воспользовался. Там фибы. Ну какая золотая лихорадка нужна, чтобы проходить здесь вот места сложные. Такое микро-путешествие по карте. Сейчас мы вернемся. Все, выполнено. Так, теперь можем попробовать пройти миссию с этим человеком. Я не знаю, у меня получится, у меня просто акула слабенькая. Ну давай, давай. У
Сейчас нужно будет все перекалывать. Я так подозреваю. Ой-ой-ой. Ускорения мало. Осталось врагов. Так, давайте сначала вот этих покушаем. На. Ой! Ой! Ай! Только не говори, что он вниз, нет. Ай, я сейчас сдохну тут. О, все, нормально, живем. Что такое, что такое? А, его там мажут, что ли? Все, давай, плывем, все нормально, хилься. Но если акула у вас будет посильнее, то это будет намного легче проходить. Мы опять в это дебильное место плывем, где акулы дофига, ну вот, мне за пузо кусили и все. Да тут без шансов за эту акулу проходить. Какие миссии. Ладно, мы выполнили финальную миссию за вот эту акулу. Я надеюсь, вам понравился этот видос. Всем пока, с вами был я, Тынька.